Книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире Эпиграф. Возможно ли познать Бога или он принципиально непознаваем? Готовы ли мы к встрече с неизведанным, если не разобрались в себе? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 14 августа, 16.00 по московскому времени, в эфире передача «Эпиграф». Это передача о книгах «Ваш Оцман по современной литературе». Сегодня в студии на «Радио Теос» авторы ведущий передачи Игорь Попов и сегодня в, в, у меня в гостях будет моим оппонентом, представитель молодого читающего поколения, э, ученица уже 10 класса <laughs> Дарья Попова. Здравствуй, Даша. Здравствуй. Ну что ж, дорогое молодое поколение, ты вообще вот, знаешь, вот любит старшее поколение поворчать. Молодежь не читает книг, <laughs> понимаешь ли? Вот молодежь читает книги, любишь читать книги? Очень. Молодежь читает. Не вся, но читает. Слушай, а о чем молодежь интересно в книгах? Мне кажется, вот... Со... Знаешь, слушай, мне кажется, вот, вот эти мифы устоявшиеся, что вся молодежь сидит в соцсетях, как будто старше поколение там не сидит, да? Действительно. Ну вот все-таки, вот скажи мне, твои друзья, какие книги предпочитают читать? Вот, на вскидку. Ну, в основном это такая развлекательная больше литература. То есть ну, вот назови. Голодные игры, не знаю. В основном это различные... Бегущий в да? лабиринте, Бегущий лабиринте. Что-нибудь такое простое, не сильно заморачивающее. Ну, какой Дико Мирон Бокаччо, да? настолько развлекающее такое да, ну, да, развлекающее да. средневековое чтение да, молодого шкалера вообще скажи мне вот осиливаете ли вы летний список чтения у нас тут студия плюс была в пятницу и мы про прошлись по летнему списку чтений правда, не по школьному а, а вот осиливаете ли вы летний список чтения? По-моему, его никто не осиливает, учитывая тот, который у нас mm -hmm. присутствует, я думаю, что его просто нереально осилить. Ну, если вам за лето, в общем-то, дали задание прочитать практически всего большого Толстого, да, то, конечно. Почему бы нет? Ну ладно. Давай-ка мы у нас традиционно мы в начале эфира объявляем наш шорт-лист то есть те произведения, которых. Мы будем сегодня говорить, да? ну, естественно, раз уж у меня в гостях молодое поколение, то почему бы нам на исходе лета не поговорить про научную нашу фантастику, да? Итак, конечно же, у нас сегодня две рубрики. Первая рубрика, ну, собственно, вторая рубрика очень простая, она так и называется «Фантастика», а первая рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». И это понятно, потому что в этой рубрике мы будем говорить про, ну, сказать, что культовый, даже ничего не сказать про этот роман, да, то есть это роман на все времена. Мне кажется, он еще долго, несмотря на свой фантастический антураж, который очень быстро стареет, да, с, вот с раз развитием науки и техники. Вот роман ста... польского писателя Станислава Лема Солярис будет в рубрике Смотрим фильм, читаем книгу и в рубрике Фантастик мы поговорим про рассказ наверное, действительно одного из самых выдающихся писателей-фантастов, известных, кстати сказать, среди молодежи в том числе. Ну, например, я внимательно слежу за пабликом Кира Баучева, то есть это, соответственно, Кир Баучев и рассказ этого Кира Баучева «Поделись со мной». Слушай, я все время забываю название этого рассказа. Оно настолько простое, что я все время его забываю. Мне почему-то хочется какую-то тут длинную фразу сказать вместо него, а оно очень, действительно очень простое. Хотя рассказ не так прост, как может показаться, Да. Ну что ж, хорошо, давай перейдем тогда к первой, к первой нашей рубрике. И рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». Ну, естественно, традиционный вопрос вот в этой рубрике. Даже какие экранизации смотрела? И давай немножко поговорим, нравится, не нравится. Какие, ты знаешь, сколько экранизаций у романа Станислава Лема «Солярис»? Ну, если говорить о ну, как бы, о именно фильмах, то я помню... То есть я знаю две и угу. смотрела я только одну. Угу. Это экранизация Тарковского. Так, а знаешь две, какую вторую? Я забыла, что это за экранизация, но она, как бы: очень. Ну, я помню, что она связана, как бы с экранизацией Тарковского. А, как ну, бы, как... Ты имеешь в виду э, голливудскую постановку режиссера Стивена Содеберга Солярис, да, да, с Джорджем Куни в главной роли, где. Сарториус, вообще, в общем-то, а, значит, афроамериканская актриса испол... исполнила роль Сарториуса. Да, она действительно, мне кажется, у сильно проигрывает не то, что оригинал, потому то, что, мне кажется, вот голливудская экранизация, она еще дальше, чем экранизация Тарковского. Мне кажется, экранизация Тарковского по сравнению с экранизацией Стивена Содерберга это просто практически подстрочник романа. Ну, увы, я не знакома с ней. Ну, может, не увы, не, не уверена. Но с экранизацией Тарковского я знакома, смотрела. Ну, вот скажи-ка мне, нравится тебе, не нравится, и чем вот, чем тебя зацепило не зацепила или не понравилась синхронизация Андрея Арсеньевича Тарковского? Смотреть ее было тяжело. Угу. Достаточно... Ну, она достаточно тяжелая по восприятию, но при этом она достаточно интересная. Что, ухо бы не унесло, тебя тоже смутило, да? На который прямо наезжает камера в течение минуты. Не, ну... На самом деле мне экранизация несмотря на то что мне потом пришлось часа три наверное думать и понимать что как бы ну это состояние которое начинается с что я только что посмотрел а потом такой ага, ага и ты ну, над ней пришлось долго думать но она как по мне просто шикарная она очень Она сильно отличается по своему, ну, как мне кажется, она отличается от книги по, по тем вопросам, которые она ставит, и то, mm -hmm. как она эти вопросы как бы раскрывает. То есть сюжет взят, взяты персонажи, взята основная концепция, но при этом она по-другому раскрывает то, что как бы историю соляриса совсем. Mm -hmm. Ну, я должен тебе сказать, что я посмотрел Тарковского, наверное, Соляриса именно Тарковского в твоем, наверное, возрасте. Может быть, чуть пораньше, может, лет 15 было. А, ну ты, в 15, ну, ты в 15 лет 15 ты и посмотрела. 15 лет и посмотрела, да. И вот, ну там, да, 15-14 лет мне было. И я смотрел со своей старшей сестрой. Вот по телевизору тогда его показывали. И я, в общем, ну, конечно, был поражен. Да, и на самом деле я мечтаю пойти, наверное, вот в большой кинотеатр на ретроспективу mm -hmm. фильмов, чтобы посмотреть фильмы Тарковского на большом экране. Мне кажется, это просто невероятное зрелище, ощущение. Мне вот кажется, что Тарковский это такой 3D кинематограф, mm -hmm. то есть, большой экран, ты должен прям туда уйти и mm -hmm. там существовать. На самом деле, когда я смотрела фильм, создалось ощущение. То есть, ты не думаешь, что этот фильм когда-то был давно снят. Mm -hmm. он, он, он выглядит очень современно, он выглядит, он сам по себе, не знаю, он смотрится очень. Как бы необы необычно ага. и интересно. То есть тебе не кажется, ты, то есть, ты не скучаешь, потому что это когда-то. То есть он как будто в любое время будет так, какой-то такой свежий, достаточно, и такой, ну, все равно животрепещущий, скажем так. Да, ну потому что Тарковский не создал, ну, как бы, не ставил своей целью как-то сделать какой-то модерн, хотя очень стильная, безусловно, очень стильная декорация у него, да. Ну, опять же, вот я все время говорю, чтобы мы не заходили на поле нашей партнерской передачи раскадровки о кино, да. Я не знаю, говорили они про Солярия Старковского или нет. Сейчас они обсуждают игру престолов серия за серией. Ну, вот. А мы пройдем с пола высокому искусству, так сказать, друзья дорогие. Ну что ж, давай приступим, наверное, к самому самому роману. Действительно, роман Лема называет, если не лучшим, то одним из лучших произведений, произведений Станислава Лема. Вот что ты знаешь о Станиславе Леме, Даш? Ну, не так много на самом деле. Знаю, что это польский писатель-фантаст, ну, также философ, Помню, что что по образованию он медик, угу. врач, по-моему, у нас. Да, совершенно верно. И что а, я не помню точно, но что. Какие-то у него были проблемы с, с, с американскими писателями-фантастами, что-то он о них как бы говорил. Вот, ты, молодец, слушай, правильно, да. Что-то он как бы с ними там, как бы он считал, что они пишут недостаточно, по-моему, то лишь слишком развлекательно какое-то больше, и что оно как бы лишено такого какого-то смысла, что ли. Я не помню точнее, что он говорил про это, но отношения были не самые лучшие. Ну, ты очень точно передала настроение и смысл знаменитой статьи станислава лема злосчастная фантастика где он в пух и в прах разнес значит современную фантастику сказал, что кроме там Стругацких, э, не знаю, там Урсуоли и Филиппа Дика там и читать нечего. И, да, и помню, что как раз после некоторых споров я забыла, как называется союз, какой-то союз писателей. Да, он, да. он все равно отказался от членства там вообще. Да-да, здесь произошла такая штука, что американский союз писателей фантастов да, или ассоциация, американская ассоциация писателей фантастов, она его э, исключила из своих членов в результате. Что неудивительно, Русоу Легуин. Да, да, выразила, и еще некоторые. Еще к ней присоединились, да, несколько писателей-фантастов, членов этой, этой организации. Они потребовали возвращения Станислава Лема. Ему как бы было предложено вот, вернуться, но Станислав Лем отказался, да. Но действительно Станислав Лем, вообще он родился в польском городе Львов. Вот, там же он начал обучение в, на медицинском факультете да, Львовского университета. Ну, после войны Львов отошел к Советскому Союзу. И, соответственно, он переехал в Краков и там уже заканчивал свое обучение. Он очень много читал, так как он был в Кружке таком книжно-литературно-научном, то и через него шло... Это такой коллектор научно-популярной научно литературы. Через него шло очень много книг. И он сказал, что вот это просто был... Я такое количество тогда прочитал книг англоязычных, да, вот, научно-популярных. И тогда он стал писать. Чтобы подзаработать, стал писать. И первый роман его сделал знаменитым. «Астронавт» — первый роман. И вот в тысячи в 1961 году выходит роман Солярис, который не просто сделал знаменитым, но и, собственно, показал, что Станислав Лем это уже жив... ну, можно уже называть классиком научной фантастики, да? потому что этот роман выбивался из того, что его как... почему-то все время называют повестью. Ну, по объему он действительно не такой большой, но роман, мне кажется, очень по ну вот по тем, по темам, которые обсуждаются в романе, по тому, как он построен, роман, он, ну, как бы его можно назвать вполне спокойно романом, а не повестью. Да? Все-таки там есть очень много тем и смыслов, да, которые закладывают романы. И действительно, в Солярис, он такой становится философской фантастикой, да? философско-научной фантастикой. И, и даже можно сказать, что он за, ну, заходит на вот на поле такой а, религиозной, да, да, ну, ну какой-то теотеологии, то есть он спорит с теологией, выдвигает какие-то а, интересные идеи. Вот давай поговорим как раз о романе. Ну, начал он его в 1959 году писать, а год не писал, потом решил дописать, дописал, и, в общем, слава богу, что дописал, потому что мы имеем теперь великий, действительно великий а, роман великого Польского писателя и уже я не хочу при, ну, прибавлять фантасты, хотя, безусловно, это science fiction, да, Безусловно, это научная фантастика. Да. Я напоминаю, дорогие друзья, что нам можно звонить. Телефон для звонков в прямой эфир 8 800 333 1706. В Viber WhatsApp пишите плюс 7 977 850 0996. И, конечно, вы можете нам писать через сайт telus.fm, пишите. И вот свои, может быть, вы с чем-то не согласны, или вы предложите альтернативное толкование вот, смыслов роман Солярис: мы будем очень рады вас услышать сегодня. Ну что ж, даже давай-ка о романе Солярис. Итак, о чем Роман Солярис Тани Лема а, в сюжетном плане. Да, 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 давай по фабуле пройдемся. Mm -hmm. да. Ну, если говорить о сюжете, то о нем рассказывается о том, как. Психолог, и, то есть один из людей, который изучал солярис, это Крис Келлин, он пребывает на станцию, которая находится над солярисом. Угу. Это Солярис ⁇ это большая, это планета, которая представляет из собой оке полностью океан, ну, с некоторыми исключениями в виде особенных форм. Угу. Рельеф, который создается... Ну, иногда там острова какие-то. Да, какие да в, в, это создается, да. собственно, сам, сам океан соляристика, наука, которая изучает, собственно, эту планету, она как бы очень медленно, но верно приходит в упадок. И на станции в итоге по прибытию он обнаруживает только двух ученых. Это Сарториус и Снаут. Ну, кто они там по профессии? Поможет? Снаут – кибернетик, угу. а Сарториус, по-моему, физик. Физик, совершенно верно. И... и... Они втроем э, существуют, собственно, на этой базе. До, до этого там был еще четвертый э, ученый гибарян, который при, при прибытии узнается, что он поко, покончил с собой. Угу. И а чем чем вот гибарян, э, ну, чем гибарян интересен и как он связан с главным героем? Э, гибарян он э, он оставляет ему э, такой письмо подсказку он ему дает как бы ссылки на на два на два письменных источника uh -huh. которые он должен как бы он бы хотел чтобы тот последовал для того чтобы он понял что происходит на на станции и он в, в принципе Гибарян один из то есть первый который кто понял что что то есть первый начал разбираться в том что происходит вокруг uh -huh после эксперимента, который провела база. Так как не было никаких результатов, они подвергли поверхность океана жесткому рентгеновскому излучению. Мягкому, по-моему, сначала. Нет, не нет сначала а, вначале... мяг... То есть, но, но они нарушили конвенцию, конвенцию да. и они подвергли жесткому излучению, после чего к ним стали приходить гости. Вот, да. Ну, что такое вообще океан Солярис? В... В самом романе говорится, что никто толком не может понять, что это такое. Но не, все, ну, как, ну, как бы его примерно понимают, это, что это, ну, это ну, да, природа. Около, около того, но ну, ка каждый выдвигает свои теории, но в принципе они считают, что это, разум, это разумное как бы, существо. То есть это протоплазменное, да. Да, протоплазменное образование, да. Да, которое вот в результате долгих-долгих исследований э, стали выдвигаться смелые гипотезы, которые стали, в общем-то, оправдываться э, тем, что ну, в конце концов они увидели, ну вот те же самые гости это в общем-то стали появляться как результат разумной деятельности да. вот этого протоплазменного образования то есть У -у -у. вот но ну, если если может быть так упрощать то назовем это океан мозг да, да. такой вот а гигантский как вообще роман построен М Ты помнишь вот ну в, какие там есть части Uh, там ну, 14 глав. Uh -huh. Ну, да. мы не будем даже сколько страниц. Нет, страниц. Там, смотри, там, да, есть прибытие кем То есть есть основная сюжетная линия, и есть еще, скажем, не побочная сюжетная линия, а есть... Ну, там есть внутри история, связанная с пилотом. Бертоном, да? который полетел исследовать, полетел искать Фехнера, да, то есть это одного из исследователей. Вот. И, в общем-то, с этим, с этим связана целая история. Да. Да? Вот это как раз и называется апокриф. Вот этот, малый апокриф. А, малый апокрив, да. да, называется. Причем, вот посмотри, очень интересно, что а, Лем все время использует такую теологическую терминологию. Да? Да. То есть а, он, интересно, есть целая часть романа, где а, вообще Лем делает очень умно, да? чтобы объяснить, что же такое солярис и что такое соляристика, а, Часть романа, собственно, Кельвин проводит в библиотеке, читая, да, перечитывая да. Да, основные труды по ристики. И, и как раз он как бы со, почти со своих слов пересказывает, что же mm -hmm. в этих статьях достаточно понятно. Да, да достаточно понятно, и это да. очень здорово, потому что вот это, как раз научная часть у Лема, очень и очень хороша. Да? Хотя я читал многие. Ну, там я читал некоторые статьи, где там его, скажем, научные несоответствия, ляпы указывают, ну, там, например, помнишь, как после того, как появляются вот эти фантомы, да, mm -hmm. гости, они их называли фантомами, да, mm -hmm. и так далее, то есть гости, что это за гости, это фактически, ну, мы знаем только про, точно про одного гостя, да? Mm -hmm. Это гость Криса Кельвина, вот Харри. Харри или Хэри в другом mm -hmm. переводе, да? Я читал два, ну, два mm -hmm. перевода. Вот в переводе, который ты читал, это, это перевод авторизованный, то есть, а он одобрен самим Лемом, но при этом из этого перевода часть романа была, в общем-то, сокращена. Вот, поэтому у тебя есть потом возможность перечитать это все в несокращенном варианте. Я не настаиваю, конечно, ты понимаешь. Я буду не против. Да. Итак, смотри, появляется Харри, это жена, бывшая, ну, бывшая жена, да, да, Криса Кельвина, которая покончила с собой, да. да. Вот основные, основные вопросы, что, что происходит, когда появляются гости, почему, почему люди так боятся этих гостей? А они не могут быть далеко от своих, то есть от тех, кому они появляются, mm -hmm. потому что они, как только они их ну, хозяев в какой то степени, то есть те, кому они приходят, mm -hmm. да, далеко от них отходят, они ничего начинают, то есть они ничего не помнят больше, и они уже начинают выходить из себя. Там mm -hmm. э, хари например, дверь, дверь вообще сломал, с петель снесла. Ну да, почти, они да. обладают невероятной физической Все... силой и при да, Это их невозможно убить. убить. У них да? очень высокая регенерация, то есть они прям вот на глазах у них все заживает и и каждый раз, если их все-таки от них избав, избавляется, они каждый раз как, по, как они считают по, по появляются, по, 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 да? когда они просыпают, когда просыпаются сами люди. Ну вот давай тогда о, о смыслах и идеях романа. Да? Вот скажи мне, какие, ну, в чем ты видишь смысл, ну, идея этого романа, что тебе заинтересовало в этом романе? Что же такое «Солярис» и с чем сталкивается главный герой этого романа? В общем-то, главные герои там и Сарториус, и Снаут, и сам Крис Кельвин. Почему, например, там Гибариан покончил с собой? Чего он не выдержал-то? слишком много вопросов. Окей, okay, давай, слушай по вопросу. Итак, <свят> первый <свят> вопрос. Да, давай первый вопрос. Все-таки смыслы и идеи, которые тебя зацепили, и которые, над которыми ты размышлял вот после прочтения романа. На самом деле видно, что все-таки Солярис это разум... что-то разумное, то что то, что имеет какие-то мы... мысли, то что может смотреть на мысли самих людей. И при этом а, солярис, вот этот вот разумный океан, он пытается понять, этих, поня пытается понять этих людей своими способами, которые uh -huh. а, лю людям непонятны. То а есть... люди, в свою очередь, пытаются понять своими способами этот океан. Но в итоге они не могут понять друг друга. И, собственно, поэтому способ понять как Киан как думает, это вот залезть в сознание, в самые потаенные уголки, вытянуть оттуда вот эти образы, которые как-то больше всего запечатлились сам в памяти. Ну, даже непонятно, по какому принципу он это да. отбирает, да? То есть да, мы вот знаем, что он знает мысли людей, и он материализует эти да. мысли, да? То есть он материализует какие-то объекты. Потому что те же... Я, я так понимаю, одушевленные какие-то объекты, да. потому что в романе есть, кроме Хари, еще, еще. некая, значит, похожая на какую-то там африканскую богиню, да, такая да. вот африканка, да. да. Вот. Это, в общем-то, гость Гибаряна да. да нам показан. И все. Больше ни о каких. Более того, Снаут говорит о том, что тебе еще повезло, потому что к тебе пришло твое прошлое, а mm -hmm. когда к тебе приходит не прошлое, а твой, твое, ну, то, что, то, о чем ты помыслил, да, то, то есть тот грех, то, 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 и скрытое, да, что, что ну, в твоей жизни не было, и чего ты так стыдишься, оно воплотилось. Да? И для каждого это для каждого это страшно по-своему, потому что, например, Кельвин винит себя в том, что Харри ну, покончил Ну да, это собой. чувство вины, да? Да, то есть каждый испытывает. Видно, что каждый из них испытывает какое-то чувство, как раз которое, то есть это яркое чувство, которое воплощается, собственно, материализовалось в виде образа человека которая на самом деле нейтринная система. Ну, да. там, да, там с -с делаются предположения, что это нейтринная система, действительно, там, вот, которую невозможно увидеть, и которую они знают только чисто теоретически. Я напомню, что это 59-й год все-таки был, да? Ну, да. И Лем писал как раз на основе научных знаний того времени. Но что же такое океан Солярис, по-твоему? Ну, вот образ. Что это за образ? Это образ что это образ в принципе в общем того, что пытаются люди исследовать в космосе, он как такой общий, ну не знаю, как мне кажется, что это общий образ какого-то чего-то высшего mm -hmm. да. то, вот, то, что они не могут да. познать принципиально и они да? э, э, они не могут познать они иногда, иногда друг друга то не могут они боятся они боятся друг друга они друг друга иногда сами не могут понять и но при этом пытаются понять что-то высшее, что, что хотя даже друг друга иногда понять не могут. И вот как раз это очень важный, есть очень важный диалог между а, Сартуриусом и Снаутом, ой, Сартуриусом и Снаутом, к, к, Крисом Кельвином и Снаутом, да, где они говорят как раз об очень интересной вещи. То есть для а, здесь, а, опять же, Станислав Лем выходит на такое теологическое поле, и он, они впервые говорят о том, что Солярис — это такой... А, космический бог. я помню когда как раз рассуждение келлена про то что как такой сначала он думал что это ребё... еще ребенок который иг... играет игра да. бог играющий и да. да? а потом они пришли к концепции такого несчастного бога, то есть бога-неудачника. Как они его назвали? Там, ущербный, первой, бог. ущербный бог. Да, ущербный бог. И здесь, кстати сказать, можно сразу возмутиться, если мы ну, придерживаемся каким то религиозных идей, да, если мы христиане, например, верующие люди, можно возмутиться, но на самом деле вот ущербный бог с точки зрения Станислава Лема в этом нет как бы. Ничего плохого в том плане, что он просто пытается показать, что а, здесь по Станиславу Лему, не по Тарковскому, по Тарковскому совершенно другой идею, да. Поэтому Станислав Лем с ним и не нашел общего да. языка никак. А, Станислав Лем считает, что человек, в, ну, придя в космос, да, помнишь вот ту фразу, которая говорит Снаут о познании, о, о познании космоса. Что да, не хотим, Крису Кельвину. Не хотим мы не хотим мы завоевывать э, космос, космос. Мы хотим расширить землю до его и, пределов. До его пределов. Вот это очень важное, да, замечание. Действительно, и именно в именно в этом монологе э, подвыпивший снаут да, говорит о том, что человеку нужен человек. Почему? Потому что не разобравшись в самих себе. Да? Не разобравшись в том, что происходит в душе и не найдя, ну, если ты не разобрался в самом себе, ты не можешь найти с другим человеком общий язык. Если мы друг с другом не можем найти, а Лем очень точно показывает, как люди не могут договориться, как Снаут с Кельвином и с Арториусом не могут договориться, между ними нет единства. И они при этом пытаются познать а, разум высший. Да? То есть да, там, там, безусловно, Лем показывает, что а, а, Океан Солерис, во-первых, Океан Солерис может создавать, то есть он является создателем, творцом, да и, и что он еще делает там же два солнца если ты помнишь да, да и он управляет грамот. орбитой планеты да потому что по идее как как они по расчетам оно должно было сойти с орбиты и в итоге просто ну в... да в, в, в любом случае да. оно, планета должна подвергаться всегда радиационным сильному радиационному излучению да. а этого нет потому что планета все время меняет Кон... орбиту да она контролирует само движение да то есть ты представь себе и понятно что ну, сразу же ну, встает вопрос ну кто может это делать, да? Океан. Есть, да, океан делает. или а, разум более высший. И вот здесь вопрос о том, насколько ли возможно ли человеку познать непознаваемого. И вот эта встреча а, Бога по а, Станиславу Лему, Бога, который пытается познать человека... А почему? Потому что очень интересно, Солярис же один, ты помнишь образования, которые были, мимоиды, Да, да, да. Они же часть Соляриса, да. они неотделимы от Соляриса, и, по сути, гости являются чем? Тоже частью Соляриса. Не частью Соляриса, они являются частью человека. Ча да. Он да. через это как бы пытается понять человека, да, да потому что а, а, в пьер -пьер Солярис – это высшее существо, которое не понимает, что такое индивидуальность. Вот совершенно не понимает, что такое индивидуальность. И он всегда был один во Вселенной. И тут появляются люди, и он пытается понять, что же это такое. Ну, то есть он не понимает, что такое быть одиноким, потому что он был всегда один. И именно поэтому его Снауты называют, вернее, это Крис Кельвин называет его ущербным Богом, да, да потому что он вдруг сталкивается с другим творением, то есть с другим личностями. Я по помню, что этот диалог, когда как раз он спрашивает: а ты веришь в Бога? И я помню реакцию снаута сначала mm -hmm. на это, а потом, когда они начали уже разговаривать, и как раз у ущ Богу ущербного. Да, это здесь очень очень важно. Здесь э, интересно, что для э, Кельвина в конце концов многие называют его депрессивным романом. Как ты считаешь, это депрессивный роман? Нет, мне кажется. А почему? Ну потому что я не знаю, у меня не возникло такого впечатления. Он, он, конечно, он серьезно, он ставит много таких серьезных вопросов, но. В нем нет какой-то безысходности, как мне кажется, совсем. Слушай, а ты не думаешь, что вот, по крайней мере, я так читал? Я, конечно, мы, мы всегда читаем разные книги, mm -hmm. даже если мы читаем одну. Да? Ты прочитал один солярис, а я прочитал совершенно другой солярис. Потому что ты читаешь, исходя из своего жизненного опыта и своих мыслей, своих эмоций. Да? Я читаю, исходя из своего жизненного опыта и своих эмоций. Поэтому я-то вчитывал в этот роман свой собственный смысл. Да? Мы все вчитываем свои собственные смыслы, да, в книгу. И мы, по сути, ну, по сути, имея одну книгу, мы имеем огромное количество разных книг, потому что мы становимся такими сотворцами, да, писателем. Вот, дашь ты, собственно, писала вместе со Станиславом Левым «Новый Солярис», потому что ты какие-то вот свои смыслы в это вчитывал, да. Я, читая, тоже писал с Станиславом Левым «Солярис», в конце концов, да, и я вчитывал, знаешь, что... Насколько сложно нам понять действие Бога в нашей жизни и вообще, вообще действие Бога? Можем ли мы понять бесконечного? Ну, скорее всего, нет. Хотя, что... вот, хотя теология, вся теология христианская говорит о том, что Бог открывается для человека, и он хочет чтобы вступать с нами во взаимоотношения. Да? Но иногда мы настолько не можем понять мы не можем разобраться с самими собой, что мы просто мы замыкаемся на себе mm -hmm. и не можем поэтому понять то, что. Мы не можем понять то, что такое выше, выше, мы пытаемся, но мы, замыкаясь на себе, мы, это становится преградой для того, чтобы понять что-то вот. Что-то для нас непостижимое. Да, ну то есть мы э, все время хотим, чтобы Бог объяснил нам свою волю по отношению к нашей личной жизни. Да? Хотя мы не понимаем иногда, что мы, лишь, мы являемся частью какого-то невероятного и грандиозного замысла. Если мы не можем понять частное... Да, разобраться в себе в этом частном, то как нам разобраться в этом невероятно грандиозном замысле, который, который есть у Бога. Да? Мне вот я все время над этим думал. И мне кажется, это одна из самых очень сильных идей у Лемма. Да? Встречи человека и Бога это как? То есть, фактически, Лем говорит: Бог хочет познать человека, узнать его. Хотя мы понимаем, что мы, как христиане, как верующие, верим в то, что Бог задумал нас и у него есть замысел. То есть он нас познал. Да? Он знает нас. Да. Это мы познаем Бога, мы его ну, не знаем. А тут, да? тут все немного иначе. Тут двустороннее непонимание, потому что и для вот этого образа Бога... Он не понимает, что это такое, потому что никогда не угу. встречался с подобным. И люди, которые э, привыкли мыслить своими земными рамками... Пытаются втиснуть те... его да, в... Св... Они... Вот при этом он, он очень четко показал Лем, что человек полон грехами. да? Они, мы сталкиваемся со своей совестью, со своими грехами. И с, что, интересно, что интересно, когда предлагаются различные теории, их постоянно отвергают, потому что люди, они сами, они такие, да это невозможно, они мыслят как раз тем, что они уже знают, mm -hmm. и они не могут а, принять, есть, там различные были теории, их было просто... Туча, но они настолько зациклились на том, что они знают, они видели другие планеты, и тут они столкнулись с чем-то неизведанным, и они не, они не могут просто втиснуть это в то, что у них есть. Совершенно верно. Да. И поэтому они спорят, и поэтому красная соляристика и пришла в упадок, потому что люди не смогли подстроить сам солярис, как бы по то, что они понимают. Совершенно верно. Но тут есть еще много э, идей, и есть о чем спорить, но ну, вот, э, к сожалению, нам нужно переходить к другой рубрике. Но э, вопрос, который я все, все время задаю под конец обсуждения вот э, произведений так: посоветовал бы ты своим друзьям прочитать солярис и почему? Безусловно, посоветовала бы, потому что это, как по мне, шикарный роман. Я я его помню еще лет в 10, когда я его в аудиоверсии слушала. Мне он тогда понравился. А сейчас я его воспринимаю совсем по-другому. Прошло уже 6 лет. И для меня, я считаю, что его точно стоит прочитать. Просто он очень-очень много заставляет задуматься и заставляет поразмыслить о том, насколько, как, насколько мы должны научиться понимать себя и понимать друг друга, чтобы научиться. Исследовать то, что нам не, не до конца понятно. Ну, в общем, сегодня старшее поколение совершенно, совершенно солидарно с младшим поколением читать и в любом случае читать, потому что роман а, заставляет задуматься над сложными вопросами, а думать, я считаю, это всегда хорошо. Я предлагаю сделать небольшую паузу, а после мы продолжим а, рассуждение об очень интересных, фантастических и реалистических произведениях а, в мировой литературе. Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96. Ну что ж, я напоминаю, что вы слушаете передачу о книгах эпиграф. Сегодня у меня в гостях представитель молодого читательского поколения, молодого поколения читателей Даша Попова. 16 лет человеку, и вот и есть у этого 16-летнего поколения свое мнение. Это здорово. И мы, вторая рубрика в нашей передаче, это рубрика с непритязательным таким, в общем-то, названием «Фантастика». И, и здесь мы будем говорить о рассказе Кира Баучева «Поделись со мной». Да? А, ну, прям вот коротко. Игорь Всеволодович Мажейко, который скрывается по псевдониму Кир Баучев, он скомпоновал этот псевдоним из имени своей жены Киры и а, девичьей фамилии своей мамы Баучевой. Вот получился Кир Баучев. Он известен, конечно же, там, Лиловым шауром, он известен циклом «Девочка с земли», Алиса Селезнева. да, там, мне кажется, в, в народ ушли мемы «Где э, мелофон Алиса?» «Алиса, милофон у меня!» и так далее, да. Вот. Э, ну, в общем, это, конечно, там, «Гости из будущего», фильм, который, там, засмотренный до дыр, даже с тобой, мне кажется, да, я его давно, кстати, не смотрела очень сильно. Ну, ну, все равно. Ну, я его хорошо помню все равно. Вот, совершенно страшная песня о прекрасном и далеком, которую я недавно переслушал, не понял, о чем она вообще. Но очень интересно, что часто Кира Баучева, вот его как-то воспринимают как таким детским писателем фантастом. Да. Да? Вот давай разберемся, действительно ли он детский писатель фантаст, и действительно ли, э, в общем-то, ну, как бы по этому лагерю его и о нем и нужно говорить. И я вам предлагаю сделать это на примере замечательного рассказа ⁇ Поделись со мной ⁇ Давай расскажи, пожалуйста, о чем рассказ ⁇ Поделись со мной да. ⁇ Кто его главный герой и что там с ним происходит? Главный герой, он пребывает на... На другую планету. На другую планету. С да, Земли. Земли. Да. Э, Земли Это и... гуманоидная планета, да? да? Потому да. что а, а, жители этой планеты очень похожи, похожи на, на людей. людей ну, да. Практически неотличимы. Да, да? и его встреча... встречают там, на этой планете, и он, его посел... он селит с, одной... с такой большой... Ну, с... Он прилетает, собственно, да. с научной деятельностью, да. да, и он поселяется в ну в семье ученого, да. которому, собственно, который его и пригласил, да? Да, он стр... с этой семь... с семьей ученых живет и за ним прис... как бы в какой-то степени девушка по имени Лина. Да. да Хорошее это... такое имя, я считаю. Да. И и он, собственно. С, знакомиться с этой как, такой семьей, с, с теми обитателями этого дома, и он замечает, так что ему не приходится, вот первый момент ему не приходится ничего рассказывать, они как будто всегда знают, что что с ним что, происходит, что с ним происходит. Да. и он пытается понять, что происходит с, с обитателями этой планеты, почему они. Он думает, что это телепатия. Он думает, что они читают его мысли. Но в конце он понимает на самом деле, что же это такое и в чем в чем их особенность. Да. Это... Я позволю себе процитировать начало рассказа. Мне хочется туда вернуться, но я никогда не смогу этого сделать. И, наверное, мне придется до конца дней своих мучиться. С завистью. Вот почему человеку э, хочется туда вернуться, и почему он не может туда вернуться, и почему он мучается с завистью? Он хочет туда вернуться, потому что эти э, существа существа гум, гуманоидные, они обладают. Ну, то есть, это, да. скажем, ну, такие, ну, люди, да? люди все-таки э, они обладают особенной способностью э, чувствовать Чувствовать, так скажем, эмо, какие-то эмоции других э, вокруг себя они могут переживать их, они переживают их э, на себе, и они чувствуют прекрасно, что происходит в, вокруг них, и они делятся этим друг с другом. Да, они забирают, например, они могут вот сразу говорю, дорогие друзья, осторожны спойлеры, потому что ну, невозможно про этот рассказ да. поговорить и не заспойлерить, да, это потому да. что это вот ну на самом деле это мне кажется только сыграет плюс этому рассказу потому что рассказ написан мне кажется очень эмоционально да, и еще очень сильно он очень короткий его можно прочитать буквально за 15 минут но в нем столько важных тем мне кажется поднимает ну, во-первых, давай вот, да, скажем, что, ну, вот эта способность к эмпатии, да, к да, сопереживанию, эмпатика, да. Да. да, вот они такие очень сильные эмпаты, да, mm -hmm. то есть они не просто сопереживают, но они, например... Прочувствуют на, на себе при буквально, то есть а если как раз, когда, как объясняла, как раз, этом, главному, очень, герою? Главному, главному герою, имени которого мы не да, знаем, мы не да. знаем, то есть мы знаем в основном имя только самой Лины, mm -hmm. остальные именно это их там нет. Угу. А, она ему объясняла, что как раз, когда его встретили, что отец вот этот, как бы, все, все... ну да, да, хозяин дома, он он подумал, что вот главный герой подумал, что он поступил с ним невежливо, хотя на самом деле он одновременно переживал за больную бабушку свою маму, который, угу. который которая болела, болела, да, с... и он серьезно. испытывал ее боль, плюс еще он еще испытывал боль, ну такое вот неприятное ощущение главного героя, который пережил трудный перелет, достаточно неприятно у него болела да, голова, он забирал часть главной да. боли его, ну то да, есть да вот... и он прочувствовал это буквально на себе и как раз и тут мы приходим к тому, почему же не может он вернуться. Потому что он не может, он не сможет жить в, обществе, в, таком, в этом обществе, которое он не сможет понять, он не может принять чужие эмоции, он не умеет этого, он не понимает, как да, это то происходит. Есть, здесь очень интересно. Здесь у Баучева, давай вот как раз mm -hmm. о идеях этого рассказа, да. Здесь Баучев ставит очень серьезный вопрос. Он берет фантастическое допущение допустим допустим вот есть общество да есть планета на которой а, обитатели этой планеты а, сразу ну как бы стали чувствовать себя частью чего-то общего да и как это общее они научились делиться почему называется поделись со мной да. Да. они ведь могут не только забирать боль но и отдавать да, радость да, да. И поэтому и это могут прям мальчики там даже есть да, фрагмент когда, очень как, интересный когда да? он падает спотыкается и падает и что мальчики подходят к нему и, и с, забирают его боль за, да. забирают боль то что младший убегает вообще плача старший упорно настаивает на то что пришел доктор и сам собственно перечувствует его боль достаточно ну, неприятно mm -hmm. с сужили там постировал. вот это очень интересно действительно да Баучёв говорит о том по сути вот мне кажется вот как ты думаешь о чем о чем этот рассказ вот в чем основная идея этого рассказа для тебя лично ну мне кажется в том что а, неспособности зачастую людей вот делиться и принимать чужую боль и делиться своей радостью потому что люди зациклены на своих эмоциях и на себе внутри они не это зачастую для многих людей это очень тяжело потому что ну, это эго... достаточно эго... это эгоизм когда человек под он думает что все то есть все думают что всем нет дела друг друг, друг, друг. друга да. нет дела до чужих эмоций до чужих проблем переживаний и люди просто в, в огромном обществе особенно в современном обществе просто замыкаются на себе оста, э, оставляя все эмоции у себя внутри и не не деля, то есть не не делясь радостью а только огрызаясь друг на друга потому что внутри тяжелый ком проблемы или и боли которые не ни с которой не получится поделиться с другим, потому что все думают, что нет друг для да, друг, друга времени, нет дела. Вот это очень действительно важно. Да? Кир Баучев является одним из таких, я не знаю, слушал это и не слышал, но один, одним из таких основоположников советской фантастики, как а, направление, как социальная фантастика. Да? То есть социальная фантастика — это фантастика, где есть фантастический антураж фантастические допущения, но которые затрагивают очень острые социальные проблемы, да, острые нравственные проблемы, да, острые, острые моральные проблемы. Он ставит это э, вот с помощью фантастического допущения, как, например, «Поделись со мной», да, он показывает, как, как э, например, ш, ш, что мы теряем, когда мы не э, понимаем, да, когда мы не чувствуем себя частью чего-то общего, да. То есть мы очень много теряем, да. И он, кстати, там очень интересно, что… Э, он когда улетал, ну, естественно, там есть любовная линия, да, он влюбляется, да. и, и, и вот девушка тоже влюбляется вот в главного героя. Куда же без этого там? Куда же без любви? Вот, в литературе. Так Такой очень печальный, да. Но это, 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 знаешь, это такая очень... Но она светлая все-таки печальная. Очень, да, он, у, у него тоска, и она вдруг делится своей ну, с ней тос... тоской. Да, да. И люди, которые шли мимо, они не, не забирают да. эту тоску, и он говорит, что бывает такие чувства, да, когда нужно оставить человека с его чувствами. Да. Да? и вот это вот очень-очень, мне кажется, очень такая мелодраматичная, но очень эмоциональная часть да, этого рассказа. там в самом конце помню, как он, он еще так ругался, что да оставь, как раз говорил, что оставь меня, как бы, брось, потому что он чувствовал, что она, она все равно будет переживать и брать его эмоции, на каком бы они, ну, Да. не были. Боль, он такой, страх, да? А да? он говорит, что да, он говорит, что лучше бы ты меня оставила и не помнила об этом. Угу. Вот это очень интересно, да? Вот Баучев, казалось бы, в небольшом рассказе поднимает очень много проблем. Да? Чем тебе симпатичен, главный герой? Да, в принципе. А чем он тебе симпатичен? Он симпатичен тем, что, наверное что несмотря он, он, он в какой-то степени понимает и пытается понять то, что происходит. И он, и он в конце концов понимает, что происходит, и понимает то, что он сам не может до этого, до этого достичь. И он не отвергает, он не другие бы могли бы на его месте просто замкнуться и такой. Что, что вы что вы? Что, зачем вы это ну, делаете? Замкнуться да, там да, конце забить. Конце. Ну да, потому да. что, ну, не, все, как бы, не всем бы, наверное, прибыв, прибывшим понравилось бы, что, что постоянно. То есть некоторые это реально бы воспри... восприняли за телепатию. Он понимает, что он в конце концов понимает, когда приходит в больницу, как раз очень показательный эпизод, когда. Там сидят люди в креслах, в, в коридоре, он видит, что у них все хорошо, но на, на, у них чувство тоски, чувство тоски и чужой боли. Ну, то есть сказать. да, да, они, Не... они сидят и берут боль своих да, близких, близких, которые, которые... находятся да. в больнице. Да, да. да. и это достаточно, достаточно сильный такой, когда он проходит мимо них, и когда он встречает уже группу тех людей, которые вот были с бабушкой, они... Ч... Он видит и их тоже. Он он знает. Он что интересно, он знает, что его он думает, что его там не ждут. И он, он и он все равно хочет понять. Он вот. Чем мне симпатично? Он захотел понять, что это такое, не закрылся, он, mm -hmm. а именно по -по понял, что же, что же они представляют из себя. Да, и здесь, конечно же, Кир Баучев поднимает такую очень важную тему, что он говорит, что сопереживание – это то, что делает нас людьми. Да, он поднимает вопрос человечности, да, поднимает вопрос сопереживания, милосердия. Милосердие, возможно, тогда, когда человек только тогда, когда человек сможет отвлечься от того, что его, от даже от своих собственной боли, да, от своих собственных переживаний и проникнуться более сопереживаний другого человека, другому человеку. Это очень, очень действительно важно. Ну скажи мне, посоветовал бы ты буквально коротко посоветовал бы ты читать этот рассказ своим а, друзьям или нет и почему? Да, посоветовала, потому что, во-первых, он читается достаточно быстро, он короткий, и это, это огромный плюс для некоторых, для некоторых людей, но он достаточно сильный, несмотря на то, что он короткий, он достаточно сильный и такой объемный по себе, и такие... Он действительно заставит... Как минимум пару слезинок-то проронить, особенно в конце. Уж я думаю, и не пару, он ну, заставит ну, проронить. Ну, даже у самых таких твердых людей думаю, что не оставит он равнодушным. Да, я тоже соглашусь и думаю, что этот рассказ еще откроет для вас нового писателя Кира Баучевой, далеко не детского писателя да. фантаста. Ну что ж, Даша, спасибо большое, что ты пришла. Сегодня, надеюсь, еще мы увидим с тобой в студии в передаче Эпиграф и до встреч на радио Теос. До, до свидания.